Екологічна ситуація в нашій області хвилює багатьох. І спеціально для широкого загалу за підтримки Дніпропетровської облдержадміністрації місцеві майстри програмування оновили сайт ecodp.gov.ua. За допомогою сайту відтепер зручніше можна дізнатися про екологічну ситуацію в будь-якій частині області онлайн та побачити найбільші підприємства, що забруднюють навколишнє середовище. Тот портал ecodp.gov.ua, який працює вже, слава богу, почти год, он уже сегодня потерпел ряд изменений, уже готова третья версия, она доступна, ее можно смотреть, ее можно пощупать, и действительно это новый проект, которого в Украине, аналога в Украине практически нет. Цели проекта – это показать экологическое состояние Днепропетровской области онлайн, предоставить доступ к информации о экологических местах и способствовать развитию экологического туризма. Мы представляем версии 3.0, обновленную версию ПК и мобильные версии. То есть мобильные версии будут готовы для скачки где-то через месяц. Они должны пройти модерацию на App Store и Play Market. Вот. Мы надеемся, что это будет простой инструмент для каждого жителя Днепропетровской области. И в будущем все-таки хотелось бы распространиться на всю Украину.